Привет всем, дорогие зрители! В общем, как вы видите, мы не страдали фигнёй всё это время. Ну, точнее, я страдал фигнёй, я перебивал винду. У меня были огромные проблемы просто с виндой. Игра вылетала, работать не хотела, не сохранялась. В итоге я постоянно голяка появлялся... Кстати, не помню где. В аэропорту я появлялся, постоянно голый, без ничего. В общем, что вы видите? Вы видите мост. Что вот это за столбы? На этих столбах мы повесим факелы. В общем, мост будет красиво, особенно смотреться ночью. Лёха, ты где? Лёха? Да-да. Сейчас ты меня увидишь, я тут все столбы пиляю. Ты там гулять пошел, что ли? Ну да. Понятно. Скажи всем привет, а то ля. Да, всем привет. Сейчас, в общем, мы заканчиваем строить наш мост. Ну, пока что еще не заканчиваем, да заканчиваем еще далеко. Что мы еще сделали? Мы сделали вон такой вон фундамент для нашего нового дома. Мы хотим сделать сейчас дом из камня, но фундамент мы решили делать не каменный, а деревянный, потому что камней у нас здесь, как вы видите, не особо-то много. Нужно как-то экономить. И еще одна новость. А, вон он, на берегу там где-то бегает. И еще одна новость. Мы сегодня, после того, как достроим, наверное, мост, будем играться не одни с Лехой. Так, мне попить срочно надо, а то я вам тут рассказываю, сейчас с жажды умру. Мы будем играть с нашими подписчиками из Ютуба. Причем, не знаю, с одним или с двумя, но, в общем, нас будет либо трое, либо четверо. В общем, будет круто. Так, так, надо попить. И, Лёха, слышишь, а для факела-то там болтов надо много. Ну да. Это на один факел нужно два болта, по-моему, и одна или две деревяшки. Или наоборот, две деревяшки и один болт. Чё там надо? Надо по два и факел, и палки две штуки, и две штуки болтов. Ну ты приколист. В общем, это сложная задача, поэтому, наверное, вы сегодня не увидите, как мы закончим мост. Жалко, конечно, хотелось бы сегодня сделать. Но ничего, сегодня, может быть, вы увидите, как мы построим каменную халабуду. Так. Не знаю, видите ли вы этот жалкий FPS? Я забыл, кстати, в бендикаме отключить FPS, но сейчас он меня вообще не радует. Сейчас у меня 17 FPS. Если посмотреть вверх, то это аж целых 30-32. Ну, в общем, игра очень-очень-очень неоптимизированная. Очень неоптимизированная. Так, что у нас есть? У нас есть куча хавки. Блин, мне как-то жалко смотреть даже на наш дом, потому что он недостроенный. Нам нужно еще достроить, малеха. Так, что это было? Показалось. Глюки, глюки, глюки. О, мы можем собрать кукурузку, кукурузку. Так... Что мы тут сделаем из кукурузки семена? Семена мы из нее сделаем. И давайте ее, наверное, сразу посадим. Причем, наверное, посадим прям здесь. Так, вот так как-нибудь. Вот так. Загородим наши ящички, чтобы их не особо было видно. И что у нас здесь еще в ящиках? У нас тут в ящиках просто куча всяких семечек. Не знаю, нафига я их столько сделал, но у нас их много. И мы, короче, их сейчас почти все посадим. Мызи, тут что, нечего пожрать? Не, вообще ничего, я забыл посадить в прошлый раз. Козёл, я жрать хочу. Я знаю, иди кокни какое-нибудь животное. Я тебе его откопаю. Я говорю, не откопай, а кокни. Я тебе говорю, где его откопают. Так, это мы посадили. Кстати, тут прикольно, тут можно сажать вот даже посередине, где угодно. То есть не обязательно садить именно где-то на платформе. Можно просто взять вот так вот и садить, садить, садить. Вот сюда еще можно садить. И вот сюда можно посадить. Так, закончилось. Так, надо как-то садить его... Вот сюда еще что посадить надо. Эй, чё? Из-за двери не хочет садиться? Ну ничего. Что ты там уже делаешь? Я хавать хочу. А так, мне ничего. Погнали в город. Давай ты сам сходишь, я пока столбы наштампую. Так. Дабы это все оперативнее было. Может быть, в этой серии еще и покажем.
Но если я сейчас найду много-много болтов, то покажем. Ты Так. сначала травку найти, а потом уже сколько хочешь болты ищи. Так, 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 так. Вот у нас тут, короче, генераторы стоят, лампочки светят. Ну, в общем, все круто. Вот такая проволока. Эй. О, да, проволока работает. Все, короче, круто. Вон тут везде от меня лужи, прям лужи крови. Так, я сделал для себя огромное... Ой-ой-ой-ой-ой. Я сделал для себя огромное открытие. Тут можно делать вот так. У-ху! Круто. Что? Ногу ломать? Нет, я включил мигалку на скорой помощи. Скажи хоть какой кнопкой какой. Кнопка? А кнопка тут очень простая. Нажимаете Ctrl и... Не раздражайтесь тех, кто играет с вами. Ай-яй. Этой своей мигалкой. Ой-ой-ой. Тебя там едят, да? Да почти. Еще и этот просед. О-о-о! Кто-то еще. Так. Просед в FPS вообще только что был просто немыслимый. Так. Просед в FPS. Ну, в общем, вы сами видите, как тупит игра. Я знаю, в чем это. С чем это связано. Я нашел болты. Два штуки. Так. Где-то кто-то. Ой. Ты, походу, опять хочешь вынудить меня хавать наркоманские ягоды. Ешь наркоманские ягоды. Лёха их любит, кстати, ребят. Он их хавает аж бегом. Постоянно одни только наркоманские ягоды. Вот такой вот у нас он. Наркоман. Ну, я шучу, конечно. Так, в общем, смотри, я нашел супец. Отлично. Я его так и быть тебе притарабаню, а сам я буду есть грязную, точнее, гнилую картошку. Так, молди милк, молди, молди. Вот это еще мы схаваем. Так, где-то там подлизывает зомби. Только я его что-то не вижу пока. Знаете, если честно, меня уже самого начала раздражать эта мигалка. Поэтому я ее отключу. Так. На, получай. Так, зайдем, возьмем вот эту штуку. Так. А что я хотел, Леха, еще сделать здесь в городе? Болты найти. А, точняк. Надо делать факелы. Для факелов нужны болты. Нужны, нужны. В общем, мы этот момент уже показывать не будем и покажем вам, наверное, тогда. Вытыкай отсюда. Вот чё? Вот так тебе. Вот так тебе. И тебе вот так. И покажем уже хотя бы более-менее законченный мост. Не знаю, может это будет уже день, может это будет еще ночь. А может и вообще мы уже будем играть втроем. Все это вы увидите за мгновение. Так, ребятки, в общем, мы продолжаем наше видео. И, как я говорил, сейчас нас трое. С нами пользователь с Ютуба. Зовут Никита. Никита, скажи привет. Всем привет. В общем, теперь настроя нам немножко легче. Как вы видите, сейчас перед вами такие странные опоры. Это каменные опоры. Сейчас я поставлю и каменный проем с дверью. Строится все абсолютно аналогичным образом. Мост покажи. А, мост. Ну вот, это демо-версия моста. То есть вон там факелы горят. В общем, пока что освещается оно все круто. И вроде как выглядит, будет выглядеть просто супер. Но пока что там только одностороннее движение, мы еще не наладили с нашими товарищами связь. Но я думаю, потом мы сделаем в две стороны, чтобы было просторней. Так вот, насчет дверей и вот этих вот штуковин. Столбы, балки, рамки, все делается абсолютно точно так же, только вместо дерева теперь вы используете камни. То есть точно так же. Есть стоун камни и есть рокс, большие камни. То есть это по сути... Палочки и бревнышки, если судить по деревьям. Таким образом мы получаем вот такие вот стенки. Ну, в общем, это будет процесс очень-очень долгим. Я даже еще не знаю, не придумал, какой формы все это сделать. Так что будем строить. Так. Так. С показателями у меня все в норме. Так что пока что можно идти рубать, пилять дальше. Так, в лом мне ездить.
Поедем за деревьями на машине. Стой, стой, гляньте, а тут я вообще что-то нарубал. Так. Так, из всего, что здесь валяется, мне не нужно ничего, к сожалению. Так что поедем пилять, рубать. Вон там были бревна. Кстати, да, бревна нужны. И досочки нужны. Потому что, как и в рецепте с деревянными столбами, здесь тоже нужны досочки. То есть нужно две каменных, две stone support, плюс две... Ух ты, зомби. Плюс одна или две досочки. Так. Нет никого. Так, так, так. С досочками здесь, так скажем, вообще... Ой, с досочками здесь как раз все нормально. А вот с кирпичами... С кирпичами здесь все очень и очень прискорбно. Их здесь очень мало. Приходится ездить бозна куда. Там магнум был. Кстати, вот магнум. Классное оружие, но, зараза, патроны очень редкие. Можно так сказать. Очень сложно найти. А вообще, мы тут уже много чего находили, много чего теряли, много чего выкидывали. Вот, например, как сейчас я доски выкидываю, ненужные. Вот, а потом они мне понадобятся, по-любому. И потом придется ехать сюда. Так, давайте, может, здесь, и где камень, найдем поближе. Так, ой-ой-ой, сейчас перевернусь. Нет, я сюда не буду ехать. Я поеду уже на изведанные просторы. Кстати, чего мы загорели сделать мост? Мы начали строить платформы под... Ой, боже, какими бураками поехал. Мы стали строить платформу под наш дом. И... А, я, по-моему, в принципе, рассказывал. Ну ладно, для тех, кто подключился только сейчас, повторюсь еще раз. Мы начали строить из-за того, что стали строить платформу для дома и заметили, что можно ставить в воде. И после этого пошло-поехало. В общем, мы построили вот такую вот штуку. А потом немножко развили идею, и получилась вот такая вот прикольная штука с факелами совсем. Так, за мной зомби не ползет. Просто супер. Так, досточки, досточки мне не надо, мне нужны камни. Так, камни, камни. Так, это лысый камень, по-моему, уже. С него уже ничего нельзя достать. Значит, а вот побежим дальше. Для магнума нашел патроны. Повезло. Ну серьезно, для магнума патроны очень редкие. Бита. Хотя, наверное, самые редкие патроны это для именно оружия, которое вообще самое редкое. Типа Maple Strike или что-то наподобие еще одной винтовки. Потому что мало того, что я винтовок не находил толком-то. Ну хотя сейчас у меня их изобилие. Даже не знаю, куда девать, раздаю направо-налево. Так, стойте, что-то я не то сделал. Wooden plate. А как wooden support получить? Я ногу сломал. Так, стойте, что-то здесь не то. Wooden stone. Wooden support. Ничего здесь интересного нет. Вообще. А, wooden support здесь тоже очень интересным образом делается. По-моему, с досками их надо скрещивать. По-моему, одна доска плюс... Да, вот. Так что, ну, все-таки, да, здесь... Это... Так, 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 это... Дропаем. Все-таки здесь немножко дозаумная ситуация с вот этими вот штуками. В итоге, из wooden support плюс досточки мы получаем еще столбы. А теперь из столбов и этих мы получаем стенки. И... Так, стенку нам нужно сделать с wooden support. Добавляем это оконная дверь. И нам бы еще один wooden support. Эй, так, вот. Стойте, я досочку выкинул, по-моему, да? Нет, я досочку не выкинул. Придется еще одну пилять. Я хочу сделать проем с окном. Так, стойте, давайте это скрафтим на камушке. Так, скрафтили. Ой, это кирка. Кирка нам не поможет. Возьму топор. Давно я топором не работал. И... Кстати, если вы внимательны, то вы заметили, наверное, что у меня
начало уменьшаться здоровье, ой, здоровье, энергия, когда я работаю топором. Я еще раз... Так, я думаю, хватит. Еще раз повторюсь, мне пришлось перебить винду. Потому что у меня были просто грандиозные проблемы с вот этой вот ерундой. Ну, с игрой. Так, вот у нас есть одна стена с дверным проемом и один stone support. И мы получаем одну стену с оконным проемом. Так, вот от этого можно избавиться. Дропаем, все. Ребят, вы там скоро вообще? Я Никиту потерял, где ты есть? У машины стоит. Жду тебя. Так, тут еще одна машина стоит. Ух ты, круто, мне повезло. Так, я так полагаю... Ой-ой-ой-ой. Буераки. Я так полагаю... Так, я еще приехал, все, да? Поехали. О-о-о, отъехали, отлично. Я так полагаю, мне нужно ее заправить. Давай, мочи зомби. Как ты угадал, что здесь зомби? Только там вода. Или это не мне было послание? Не тебе. Или у тебя там тоже зомби бегают? Да, тут вообще капец. О, кстати, кому-то надо чинилка для машины? Да не помешает. Я есть. Ладно. Я возьму еще одну эту штуку, чтобы машины переворачивать. Карджек, который. Так. О боже, что-то у меня совсем смотрите. С FPS. Поедем или будем смотреть? Да поехали дальше, я думаю, тут взяли будет что-то стоящее. Так, не знаю, сколько там бензина, но я надеюсь, что его хватит. Садимся, кстати, уже расцветает. Строить станет легче. Воу! Резвая машинка. Так. А чей это тут синий фургончик стоит? Да что ж такое? Чего меня так в левую сторону-то заносит? А мы туда едем. Ладно, давай в этот город заедем, отремонтируем машину. Ай-яй-яй-яй. А, мы здесь были, значит обратно едем. Вот это мы только что полетали. Так. Кстати, здесь мы будем немножко, выйдем на второй этап. Мы забабахаем крутую дверь металлическую. Так. Знаете что? А мне нужен еще один столбик. О, а он у меня есть. Вот это вообще круто. Я буду надеяться, что сюда встанет столб. Да, он встал. Просто шикарно. Ну, мы тоже почти приехали. Приехали без ничего, к сожалению. Вот козлы. Полезно только одни болты. Ну, езжайте дальше. Катайтесь. Бесполезные. 2% бензина. Это мы катались. О, все, теперь у нас есть, так скажем, фронт. Panel. Начало есть. Теперь будем достраиваться. Так вот, маялись и намаялись на вот такую вот фигню. Как вы понимаете, прошло немало времени. Сразу объясню, прошел почти целый день. Поэтому, ребята, заново скажите всем привет. Всем привет, да. Привет. Всем привет. Так. В общем, вкратце объясню, что мы построили. Построили мы здоровый сначала причал. Здесь мы сделали двухуровневый такой гараж. Кстати, можно сделать реально двухуровневый гараж. Для того, чтобы сделать двухуровневый гараж, нужно построить рампу. Рампа, ну, раздолбать вот эту стену, построить эту рампу, и можно будет спокойно заезжать на второй этаж на машине. Но это пока что сильно амбициозно и сильно круто. Хотя, в принципе, можно будет попробовать такую штуку сделать. Я думаю, будет интересно. Ну а пока у нас вот такой импровизированный гаражик. И в общем все круто. Светится, это выглядит прикольно. Ну, мигалки немного не видно, она залезла аж на крышу. А так, в принципе, классно. Осталось теперь построить двери, ставни. Так, коряво я поставил лестницу, не всегда он залазит. Опять не залез. И опять не залез. Я уже третий раз не могу по лестнице залезть. О, залез наконец-то. Здесь у нас есть такой балкон. В общем, вот так вот. И что у нас еще есть?
мы перестраховались, сделали выход на третий этаж. Может быть, сделаем, может быть, не сделаем. Для начала нужно будет... Ой, ногу поломал. Для начала нужно будет осветить все вот это дело. Кстати, мост мы уже почти достроили. Вон, уже на половине моста факелы. Мы так подумали и решили, что, может быть, сделаем мосты почти по всем городам. То есть, по всем городам, по всем островам. То есть, свяжем все острова, а именно, например, остров Святого Петерса, это остров, который находится в середине залива, на котором вертолет, и он как раз соединяет город Абертон и военную базу. Будет круто, я думаю. Так что будем мы теперь ездить и искать много-много болтов, очень много-много болтов, потому что болты нам нужны как для дверей, как для ставней, так и для факелов. Ну и, естественно, будем искать много-много досточек. Точнее, не искать, а будем их рубать. Наставили мы кучу сундуков, еще нашли кучу оружия. А еще сегодня я игрался с одним подписчиком с Ютуба, зовут его Лёва. И он мне подарил вот такую вот шапку-ушанку. Сейчас похвастаюсь даже. В общем, вот такая крутая шапка-ушанка. Она как раз подходит моему грозному выражению лица. В принципе, буду в ней ходить. Уже разведняется, как раз фонарик не надо. Хатка наша там стоит. Так что, как-то так. Кучу машин мы натягали. И теперь осталось всего лишь за малым. Построить много мостов. Ну, а для этого надо много-много дерева. Так, ну что, ребята, давайте, может, немного повеселимся. А где Макс делся? Я здесь. Ой, где Никита делся? А, то я в ферму поехал. Болты нашел. Понятно. В принципе, можно теперь покататься везде. Так. Что, кто со мной? Давай я с вами. Давай. Мы поехали за болтами. Сейчас мы съездим. Ой-ой-ой. Летаем, летаем. О, я, кстати, нашел одну нерозовую машину. Это еще плюс. Так, сейчас мы заедем в этот город. Посмотрим. Ой-ой-ой. Только заехал в город, и машина сразу задымилась. Так, Лёха, выходи. О! Здесь много народу. На. Ой-ой. Так. Что-то они меня сегодня кусают сильно. Что-то им понравился, походу, или что? О, патроны, слаги. Он за тобой там где-то бежит или надо мной? За мной. Арбалет в колодце. Арбалет в колодце? А, кстати, я находил в колодце арбалет один раз. Так. Я впервые такое вижу. Похавать бы. Да, надо найти еды. Да я уже нашел. Так. Фонарик. Кстати, надо собрать фонарик, потому что кто-то там просил... О, у меня уже нога зажила. Кто-то меня просил сделать каску с фонариком. Так что теперь осталось еще каску найти. Эта задача малёха посложнее. Так. Кстати, никогда не палите зомби свои хованки, а точнее свои ящики. А то зомби наглые, они могут найти ваш ящик и раздолбать. Если честно, я не проверял, что будет, если раздолбать ящик. То есть, исчезнут или не исчезнут вещи. Кстати, ребята, вы не знаете? Я не пробовал. Поэтому пробовать как-то и не хочется. Ну, может быть, мы потом... О, кстати. Можно выкинуть фонарик. Кто просил каску с фонариком? Я, кажется. Ну, я нашел. Кстати, я нашел и каску, и фонарик, и каску с фонариком. Так что нормально. Хорошо. Сделаем еще, значит, одну каску. Так, а это что валяется интересное такое? А, желтое. Желтый химический свет. Чего-чего, Лех? Тут зомби-мексиканец за мной бегает. Сомбреро. А че он за тобой бегает? Вали его. Не знаю, уже не бегает. Или тебе нечем было? А где ты есть? Так, топор. Я на пристани. Ага. Уже не на пристани. Почти. К
Кстати, если кому надо, тут пила есть. Захватить или не надо? Ручная. Так, я скрафтил фонарик. Захвачу пилу. Так, все, можем и двигать отсюда. Кстати, не поверите, но я на скале нашел Тимбервульф. Я пошел киркой выбивать камни. Рубил. Разрубил камень, начал вокруг камня бегать и нашел Тимбервульф. Я, конечно, очень прозрел. А еще один Тимбервульф я сегодня нашел под зомби, которого разбил. Убил, точнее. Так что вот в таких неожиданных местах порой можно найти самое, можно сказать, редкое оружие. Или нет, стойте, не Тимбервульф. Или Тимбервульф. Я же правильно говорю, Тимбервульф это самая мощная винтовка или нет? Ладно, садись, поехали дальше. Надо еды поискать. Тебе так надо? А чё её искать-то? Давай. Вот еда. Да там нет ничего. Бежи. А. Ну. К сожалению, зомби тут кушать нельзя. Кстати, да, это недоработка. Небольшая, но недоработочка. Я думаю, может быть, потом разраб как-нибудь что-то с этим сделает. Подожди, а тут что, только одни напитки, что ли? Ну да. Сковородка. Совсем дела плохи. И еще, ребят, никто не знает, как воду кипятить. Кипятить? Да. К костру подойти. Попробуй. Да я пробовал, не крафтится. Кто-то говорил, что можно зараженную воду что-то с ней сделать. Прокипятить или что-то такое. Очистить. Да, очистить. Чем ее чистить-то? Таблеток. Так, надо сбегать наверх, посмотреть, созрело ли там. Опять застрял в этом, в лестнице. Так, два мяса, я думаю, мне хватит. Кстати, чё у меня так касок много? О, одну каску я сюда запилил, а еще одну каску я... О, как раз сюда можно положить. Кстати, у меня, по-моему, еще фонарик был. Нет, уже нет фонарика. Ну, я тут на какой-то... Так, я принес кому-то пилу. На всякий пожарный. Только не знаю, куда ее выкинуть. О, сюда выкину пилу. Короче, если кому-то понадобится ручная пила, она в гараже, в ящике. Так, вот это можно взять. Кто ногу поломал? Я поломал, но... Раз спрыгнешь, не поломаешь, раз спрыгнешь, поломаешь. О, место экономим. Я не знаю, у меня всегда, когда я прыгаю с каких-то, с какого-то высокого места, всегда что-то ломается. Так, это... я слышу, кто-то приехал. Это я. Так, стоп, мне надо попить. Я вам фонари нашел. О, вот фонари это крутая штука. Куда это? Там, получается, возле гаража дверь, и в крайнем ящике там есть фонари, как раз туда можно будет засунуть еще оставшиеся. Парни, мешок захватить? Я нашел лишний. Ну, в общем, около вашего второго дома скинул. А, ну, либо так. В принципе, спальные мешки, да, можно притянуть на всякий пожарный. Там есть в каком-то ящике лежит. Ну, это я притащил спальный мешок. Да, он там давно лежит, очень давно. Значит, тут два спальных мешка, потому что я еще находил спальный мешок. Или я его выкинул, я не знаю. Так. И напоследок нужно заправить бутылочку с водой. Так, все, готово. Леха? Нет. А где ты? Ну, а вот сейчас тоже воды заправлю. Кто? А он где-то катается. На фермах был. А мы сейчас поедем. Леха, куда сейчас поедем? Не знаю. Ну, если за болтами, то можно на военную базу съездить. Кстати, да, на военной базе там много. Там много болтов всегда бывает. Ой, я утопил машину. Еще бы в аэропорт было бы неплохо. Но они не в пути.
Ну да. Вот был бы мост, было бы вообще все шикарно. А где ты остановился? Я-то здесь, возле дома стою. Ладно, короче, Лёха, ты тут по хозяйству справляйся, а я с Максом пока поеду на воинскую. Так, воинская, туда. Не выросло еще ничего, что тут делать? Скучно. Да, воинская у нас через фермы. Вот и дальше ягоды есть. Кстати, Никита, ты куда, тоже на ферму поехал? Нет, я уже проехал, я где порт. А, это ты, получается, на воинскую едешь сейчас тоже? Получается так. Ладно, мы тогда мимо тебя пролетаем, а ты там в городе разбирайся. Кстати, сейчас бы еще на мост заехать, посмотреть, что там. Там обычно много... А, мне медикаменты не надо. Макс, тебе надо? У меня есть. У меня есть. Тогда на мост не едем. У меня антибиотики, таблетки. Кстати, я думаю, надо будет потом все-таки включить ПВП, чтобы было поинтереснее. Ой-ой. Зелененькие таблеточки найдете, притащите. Зелененькие, а в нашей этой нету? Где? Ну, в городе, где фармацепты. Не было. Так. Блин, а я совсем не заметил. Так, вот этих двоих надо заменить. Так, развернулись. Все, выходим. И вот это вот так. Опа. О, олень. Так. Блин, у меня тут все на быстром доступе. Так, перезарядим. Сняли. Перезарядим. Сняли. Замечательно. У нас еще есть немного мяса. В принципе, у нас его и так, по-моему, полно. А, нет, не полно. Полно его у меня, потому что в сундук все засунул. Топор вижу. Ага. А с мясом-то облом вышел. Убежала? Да нет, я застрелил этого оленя, а он меня порадовал только шерстью. Вот, точнее, только шкурой. То есть как? Ну, так, 4 шкуры и все. Оригинальный олень. Так, а что у меня есть? Давайте сейчас с лагами постреляем. Если тут еще есть по кому стрелять, а то Никита, наверное, тут же всех перевалил. Ой, вообще мимо. Ой, что с сервером? Завис? Да подвис только что капитально так. Ау. Не, с лагами стрелять что-то вообще не вариант. Все, короче, беру кувалду и кувалдой буду месить всех. Ля, ему в голову целюсь и не попадаю. Так, сколько там процентов жизни? А, да у меня 100%. Кстати, самое что удивительно, у меня 100%. Чё-то я не понял, как это у меня так получилось. О, я тут какую-то фишку нашел. Это чё? А, это глушитель, походу, да? Так, это фишка? Патроны. Ой, надо бы отсюда еще оружие перетянуть как-то. Нашёл патроны только. А, ну и... О, бронька. Так. Да, Тимбервульф, все правильно. Значит, я правильно все назвал. Пойду в ангаре был. Вот я сейчас туда иду. Мы, походу, нашей перестрелкой всех зомби созвали, собрали в одну. А, не всех. Здесь еще есть. Ну, тут только патроны. А, не, кувалда. Кувалда есть, это есть. Кстати, с лагами стрелять вообще не вариант. Слаги — это зло.
Они ничего не делают. Болты, нет, гвозди. Ладно, гвозди тоже пойдут. Стрел наделаю. Там есть что интересное? Здесь? Да, есть. Прицел. Кто? А, прицел шестикратный. А, и топорик. Знаешь, что зло, действительно? Не, не буду его брать, у меня и так на кольце стоит. До сих пор ничего не выросло? Нет. Это твоя лестница в доме новом. А, да я знаю. Слушай. Надо их переставить. Просто их от понта ставлю. Я так. На первом месте был? Вот я сейчас залажу на нее. Так. Патроны, граната и тренога для винтовки какой-то. Кстати, граната классная штука. Когда есть много-много зомби, можно ее кинуть куда-нибудь, и все зомби побегут за этой гранатой. О, динамит валяется. Точнее, сырая заправка для взрывчатки. Так, еще гвозди. Может, динамит подобрать? Ай, ладно, фиг с ним. Так, иди сюда. Готов. Осталась последняя вышка. Да. Сейчас посмотрим, что там. А тут только рубашка. А нет, не рубашка. А, глушитель еще. Так. О, глушитель, ты его там... О, приехал сюда Никита, походу. Так, это какая-то фигня. А это что? Глушитель там не взял, оставь мне его. О, я нашел электрическую проволоку. Круто. О, вот и пришел горец. Нашел, кстати, лук. Макс просил, кажется, да? Композитный? Так у нас в этом есть. В ящике композитный лук, по-моему, был. Там никто не взял этот? Он на вышке остался? Да. Что динамит ставили? Глушитель есть на вышке, а еще один глушитель, я же говорил, был в одном из этих военных спален. Кстати, гляньте, уже зомби появился опять, отреспаунился. Глушитель. Оставь мне его. Как-то они быстро стали респауниться. Так, я уже отремонтировал обе машины, так что, в принципе, можно дергать дальше. О, олень. Хоть сюда мясо. Так, у меня есть один патрон и нет права на ошибку. Фу, патрон, стрела. Ух ты, там еще один. И еще зомби появился. Вот они что-то стали. Ах ты. Так, надо кувалда. Партизан. Эй. О, отлично. И где наше мясо? Мясо есть. Это что, все что ли? Да, это все. Обидно. Ну что, можно тогда заехать сейчас на этот? На мост? Нет, сейчас можно в кемпинг съездить. Как раз с левой стороны. Большой-большой город, там много-много зомби. Так, что я хотел? А. Вот так тебе. Таля! Опять живая. Вот лажа. Еще раз себе в задницу. Что ты такой жестокий? Так а что он бегает от меня? Мясо, мясо. Больше мяса не вижу. Так, все, я возвращаюсь обратно. Поехали в кемпинг. Сейчас как раз пока машину заправляю. Так, я так понимаю, мы же правильно едем, да, туда? Это так это на аэропорт вроде дорога. Да не, на аэропорт это еще далеко. Но на аэропорт нам тоже надо съездить. Да, в аэропорт там как раз сейчас будут таблетки от этого, от радиации. Бу-бум. Так, я так полагаю, нам можно срезать.
Ориентир-то у нас теперь есть, светящийся. Ты сюда едешь или куда? Ну да, ты не слышишь нас? Так, слышу. Мы прям сирены. Мимо деревьев. Теперь слышу. Так. Притарабанили мы тут кучу мяса. Кучу просто. И черт возьми, я не могу залезть по этой лестнице. Надо ее раздолбать. Ай, я упал. Так, мне вам надо сейчас эти скинуть. Так. Я что-нибудь скину. Здесь что-то. О, я сюда. Блин, а тут нет ничего. Стоп, а я же вроде болты находил, я их брал. Лёха, ты где? Вот, смотри, тебе задание. Мясо. Мясо. И болты. Я вам дверь ставлю, дверь ставлю. Там можно и поставить. Кстати, тут забор какой-то можно поставить, но что-то какой-то он не очень. Я так понимаю, это гараж, так? Ну да. Правда, тут немножко места маловато. Надо было больше сделать. Заметил, я не смог развернуться. Ну, в принципе, можно раздолбать вот эту стенку. Всю, и достроить еще немного причал. Будет круто, наверное. Да успокойся. Не, Кит, бери иди вот эту штуку свою. Я уже сдолбался носить ее. О, шикарно. И место. Ну, положи в ящики. Найти фонарик, сделать каску и все. Так подожди, у меня, я ж касок дофига скидывал в этом, в верхнем домике там каска есть с фонариком. В гараже, по-моему, я оставлял. Так, пойду я мешок постелю куда-нибудь. Да, это нужное дело. Кстати, можешь не... А, нет, надо стелить. Потому что у меня уже занят один. Не, не в этом. Или в этом. Что за матаморез? Вот тут есть. Никит. Нашел. Ух, нифига, сколько тут мешков. И да, и здесь какой-то должен был быть свободен. Вот этот должен был быть свободен, но сегодня его кто-то занял. Так, а куда же мне тогда тут можно пристроиться? Так, на первый этаж. Что за матаморез? В смысле? Там, у двери. А, это, кстати, еще одно редкое оружие. Очень редкое оружие. Я его находил всего лишь два раза. Вот здесь поставлю туда. Оно прикольное. С ним идет, по-моему, 7-кратный зум. И выглядит оно прикольно. И стреляет тоже. Но тут, правда, патронов нет, поэтому вот как-то так. Так, нет, топор. Ну что, все поели? Поехали на аэродром. А, нет, я не ел. Я вообще не ел. Так. Стойте. У меня, по-моему, здесь была хавка. Так, 54%, значит, две штуки хватит. Так, хаваем. Теперь попить надо, и будет все замечательно. Так, а я сейчас мешок. Можно уже в этом доме мешок сделать? Да, уже сделал. Так, пьем. Только что-то я пока не сплю. То есть? Ну, не могу. На F нажимаю, а там и не должно спать. Должна быть появиться надпись Unclaim. Если надпись Unclaim, значит он занят. Или в общем, где ты поселил мешок, покажи. Тут, на втором этаже. Сейчас я скажу, занят он или нет. Так. Да, он занят. Малин. Так что все. Теперь нормально. Теперь ты здесь, если тебя кто-то кокнет, если ты нажмешь кнопку Home, то ты здесь отреспаунишься. Так. Ну что, поехали на аэродром? Да, давайте. Лёха, ты с нами? Тут в машинке все места хватит. Кстати, да, в эту машину четверо влезут. Эй! Эй! Не, я впереди, я не хочу заложником быть. Никита, походу,
А, все, нормально. Леха, отойди. Все? А, все сели? Отлично. А, стоп, 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 я вылез, стоп. Отлично. Мне хоть машину подправить нужно. Свет-то выключи. Точно. Нашел спринт какой-то. Что это такое вообще? Без понятия. Бинты. Ну, у меня места нет. Черт, я только хотел его задавить. Ох ты, 28%, я убегаю, сейчас отлично. А, все. Догонялись. Мочим. Мочим. Так, кому болты скинуть? Лехе, Леха собирает болты. Танка, там где трупы? Наконец-то нам повезло, мы нашли металлолом. И больше мы ничего не можем найти. Здесь еще металлолом. Вот. Где я? Серый рюкзачок. Пистолеты, патроны. Я выйду. Мы по ангарам бегаем. Кстати, вот. Когда мы будем в ангаре делать этот базу? Явно не сегодня. Ну понятно, но идея все-таки хорошая, и надо сделать эту штуку. Ахуй, блин! Сейчас будет настоящий фаер. Что он взялся? Тебя не стало, что ли? Да. Ай-яй-яй. Почтим память. Ну вот там соберете мои вещи, да? Да. Пошел. Так, правильно. Там флайера везде пораскидываем. А где ты делся? Где ты там покинул нас? Вроде палатки. О, тут кукуруза созрела. Одна, причем. Одна. Сундук сделал. Так, эту сделал. У-ху. Как теперь дальше сделать сундук этот? Скрафтить 2 рамки и 6 крестов. Сначала будет 2 рамки и 3 креста. Это я сделал. Эту маленькую на 4 я сделал. Вот. А сундук. Теперь еще раз ставь ящик и 3 креста. И будет сундук. Уху-ху! Все плывет. Уху. Что-то не ставится. В смысле? Вот так вот не ставится. Я поставил сундук. И 3 креста, но они что-то не то. А, подожди, уровень крафта у тебя какой? Максима. Ага, не знаю. Погоди. На том сироке был максимальный. Блин, четкая музыка. А, вот теперь максимально. Вот, теперь можешь крафтить. Так, а что тут еще можно лучше прокачать? О, расчехлилось. Итак, выстроили мы уже вот такой дом. Здоровый, большой, просторный, двухэтажный. Насчет третьего этажа, как я говорил, я еще не знаю, будем мы его строить или нет. У нас теперь новая цель еще, построить мосты. Ну, сказали, что будем третий этаж строить, значит будем еще и третий этаж строить. И еще, может быть, в следующей серии мы начнем строить убежище в ангаре в воинской части или в ангаре в аэропорту. Так что на этом, в принципе, все. Если вам видео понравилось, то ставьте лайки, подпишитесь на канал и обязательно расскажите своим друзьям. Ну а сейчас, ребята, всем пока скажите, и мы завершаем. Ну все, пока. До следующего видео.